8 июля во Владивостоке отметили День семьи, любви и верности. В этот день чествовали тех, кто прожил в официальном браке более 25 лет. Виновниками торжества стали 13 пар, каждой из которых вручили медаль за любовь и верность и два нагрудных значка «Полевая ромашка». Наши заслуженные семейные пары от имени губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяка, от себя лично я с гордостью и уважением поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. В сердце каждого из вас живут тепло и нежность к самым родным и близким. Семья – это то, что помогает справляться с трудностями и приумножать радости. Забота о детях, почет и уважение к старшим, к супругу – это те киты, на которых стоит российское общество. И что бы ни происходило в мире, все мы во все времена остаемся верны традиционным нравственным ценностям и идеалам. Поздравить юбиляров приехал и глава Владивостока Константин Шестаков. Он вручил семьям приветственные адреса главы и памятные фотоальбомы. Тот фантастический пример, я по-другому не скажу, который вот сейчас вы олицетворяете, об этом бы примере знали бы многие. Я в браке 13 лет. 50 лет. Это за мои вот 13 лет просто пролетела огромная, фантастическая, большая жизнь. Да, у меня два ребенка. То есть это прямо значимая часть жизни, огромная. 50 лет – это просто фантастика. Я просто преклоняюсь перед вами за ваше терпение, любовь и внимание друг к другу. Да, мы знаем, это зачастую тоже труд, а может быть и очень серьезный. Мне бы хотелось, чтобы вот именно о вашем опыте, если вы не будете против, люди города знали. Стоит отметить, что были среди семей и те, кто рука об руку прошел вместе уже 55 лет. Например, это Виктор Васильевич и Людмила Петровна Сунжаю. Браки 55 лет. Супруги вырастили, воспитали трех дочерей. Гордость. 4 внука, 3...